4 украинских бойца были ранены за минувшие сутки на Донбассе. Боевики открывали огонь 36 раз, в том числе и из тяжелых орудий. В Луганской области вели обстрелы в районе Новотошковского. В Донецкой били по Зайцеву, Пивденному, Авдеевке, Марьинке и Широкину. По данным украинской разведки, потери противника – это 3 убитых и 3 раненых.